Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим про вашу любимую халяву. Во-первых, ребят, я вам расскажу, как вы можете получить бесплатно ЮЦшки. Да, ребят, это не кликбейт, есть такая возможность. А также мы с вами поговорим про халяву, которую завезли сегодня в игру, а именно события, где можно получить постоянные награды. Ну, потому что их завезли очень даже неплохо, да, там есть определенное количество событий. Поэтому, ребят, всем желаю приятного просмотра, обязательно смотрим до конца, также не забываем прожимать свой царский лайк, ну и само собой подписываться, если вы вдруг не подписаны, потому что только благодаря вашей подписке мы с вами медленно, но уверенно движемся к цели в 350 тысяч подписчиков, да, бойцов наших тыквенных войсках до конца зимы. Поэтому обязательно подписываемся, не забываем участвовать именно в розыгрыше, ребят, розыгрыш прокачки аккаунта на целых 8400 ЮЦшек. Ссылочка есть в описании, переходите, участвуйте, всем желаю удачи, потому что результаты уже в следующем месяце. В общем, всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. И начнем мы, конечно же, с бесплатных ЮЦшек. Ну что ж, вот мы с вами перешли на сайт MidasBuy, ребят, вот видите, midasbuy.com, пожалуйста, не ошибайтесь. И здесь у нас есть вот первая прям вкладочка $1 Permanent Item. Заходим сюда. Открываем вот эту вкладочку, и вот что у нас появляется. У нас появляется, что через 25 дней данное событие закончится. И в принципе в условиях написано, что каждый может получить на возможность крутануть данную рулетку. Здесь у нас в условиях написано, что можно получить на возможность за 60 ЮЦшек. Но также, ребят, здесь дают возможность крутануть данную рулеточку, вот эту вот рулеточку, за репост. И даже не обязательно репостить, то есть нажали на репост, ну вы знаете, я думаю, не нужно вам объяснять, да. Выбрали там, возможно, именно сайт, да, где можно репостнуть, и в принципе крутанули вот эту вот рулеточку, ничего сложного. И здесь вам может выпасть или вот этот вот сет, как видите, да. Навсегда, там на 30 дней, на 10 дней. Но это нам не интересно, нам интересны ЮЦшки. А для того, чтобы вам получить ЮЦшки, вам нужно именно выбить вот этот вот фейерверк. То есть, если вы, к примеру, выбили 10 фейерверков, как мне написал подписчик с самого утра, вы можете забрать себе отсюда 60 ЮЦшек бесплатно, без вложений, без ничего, ребят. То есть, здесь ничего не нужно, просто регистрироваться нужно, и все, не более, если вы вдруг не зарегистрированы. То есть, нажали, поделиться, а, вот, кстати, вот он, вот, видите, вот, смотрите, поделись с друзьями, чтобы получить бесплатный шанс на розыгрыш. Не знаю, почему написано доля, что за доля, ну ладно. Просто нажимаете, да, выбираете, к примеру, там, Facebook, Twitter, неважно, что у вас есть. И, в принципе, все, поделились с друзьями, получили вот эту возможность крутануть и крутанули. Ничего сложного, ребят. И вы на этом ничего не теряете, просто именно зарегистрировались. Вот давайте нажмем Twitter, у меня Твиттера нет. Но, я думаю, нажатия более чем достаточно, да? Вот, да, смотрите, получить бесплатный шанс. Окей. Ну и здесь уже нужно зарегистрироваться, да? Я просто не зашел со своего ака. Все, максимально просто, ребят, зашли, выполнили данное событие, данную миссию, да? Поделиться, ну вы видели сами, как это выглядит. И крутани. Все, все, крутани, попробую, а вдруг ты заберешь себе ЮЦшки? Почему нет? Не знаю, можно ли это делать неоднократно, я, если честно, не пробовал, но, если что, напишите в комментариях, получилось ли у вас, и забрали ли вы себе ЮЦшки, а может быть, именно постоянный скинец, почему нет. Это все, как бы, зависит уже от вашего везения, ребят. Ну, а прямо сейчас я предлагаю, конечно же, перейти на регион, о котором я говорил в самом начале, потому что там нас ожидает тоже очень много годной халявы. Так, ну что ж, мы переместились с вами на регион Сингапур. Кстати, спасибо подписчице за то, что предоставила свой аккаунт. И здесь, ребят, чтобы вы понимали, просто куча событий, прям куча событий. И это все добавлено, как вы понимаете, в честь китайского Нового года. Здесь, чтобы вы понимали, даже есть отдельная вкладочка, где вы можете увидеть все события, которые добавили в честь китайского Нового года. И, в принципе, нам эта вкладочка и нужна. Здесь их очень много, повторюсь. Вот она, вот эта вот вкладочка. И еще будут, ребят... Еще будут именно события, вот видите, да, у нас 2 февраля, ой, то есть 1 февраля получается, будет событие именно с рюкзаком, еще и гранатой, которую можно будет получить. В общем, давайте начнем с самого начала, да, первое событие, я не показывал его у себя, потому что, ну, просто это было одно событие, и, в принципе, ну, не было возможности его показать в видосе, поэтому давайте начнем с него. Я думаю, многие уже видели данное событие, здесь у нас...
есть возможность получать определенные вот эти вот пакетики, да, вам нужно выполнять миссии. Вы можете именно, в общем, забирать отсюда вот эти вот пакеты, вот эти красненькие, да. И взамен вы можете забрать себе, во-первых, само собой, вот такую вот интересную популярность за 5 таких пакетиков. А за 25 таких пакетиков вы получите себе вот такой вот костюмчик мега крутой, вот такой вот оранжевый костюмчик тыквенный, просто мега годный. Если вдруг у вас не получается забрать коды, именно выполняя миссии, да, которые здесь у нас именно, в принципе, есть, вы можете именно еще выполнить на миссии, используя вот эти вот коды, видите, в левом углу, а вы можете делиться именно с друзьями данным кодом, вот он у вас внизу высвечивается, нажимаете на этот код, и в принципе здесь вы можете именно с друзьями обменяться, да, и забрать себе именно код, и им тоже именно, в общем-то, с помощью этого кода упадет именно вот это письмо, вот этот red packet. И, в принципе, накопив нужное количество, вы сможете забрать себе отсюда все награды. В принципе, правила вот. Здесь все максимально просто. Указано, что вы можете забрать вот эти вот пакеты, да, просто выполняя миссии. Вот ежедневные миссии, видите, второй пункт, да. А также вы можете получить именно еще больше, чем 30 вот этих писем, именно обменявшись кодами со своими друзьями. Поэтому если вдруг у вас регион Сингапур, да, возможно, вы ждете новый премиум кейс, то тогда вы можете просто с друзьями обменяться кодами. Можете это сделать и в комментариях. Вот можете найти друг друга, да, кто там в Сингапуре, чтобы было вам легче. Добавьте в друзья и, в принципе, обменяйтесь этими пакетами и забирайте награды. Все максимально просто. Ну а теперь мы идем с вами дальше. Следующий пункт. Так, где у нас эта специальная, вот она, вкладочка. Это рулетка, которую добавили сегодня. Вот она, ребят. Здесь вы можете выбить себе вот такой вот шлемак. Да, неплохой, интересный шлемак. Скинец на УЗИшку вы можете себе отсюда выбить. Сковородочку. Ну а если рулетка становится на внутреннем колесе, да, то у вас здесь будет на радио, классические кейсы, популярности. Корм почему-то. Кстати, подписчица разрешила один раз крутануть. Давайте один раз крутанем и посмотрим, в принципе, что нам может отсюда упасть и как это выглядит. Так, ну, один раз. Давайте один раз. Погнали. You got one point. Окей, и давай, крути. В принципе, вот так выглядит рулетка. И нам упал премиум кейс. Окей, в общем-то вот такая вот рулеточка, все максимально просто, но здесь все за донат, ребят. Идем дальше, следующий пункт, это у нас Lucky Dragon Dance. Вот такое вот событие, ребят. Здесь вы снова же можете получить себе награды. Что самое интересное, во-первых, вы можете получить здесь кристаллики. А кристаллики, как вы знаете, это очень сейчас у нас дорогая валюта, да. Вы можете ее использовать в магазинчике, чтобы закупиться. Здесь, кстати, отдельный магазин, именно который отличается. Наверное, вы знаете об этом. Есть еще вот такая вот висюлечка. За последний уровень вы сможете получить ее бесплатно. Ну и, в принципе, правило вот здесь на русском, ребят, да. Я думаю, нет смысла именно снова же терять время. Если вам это интересно, просто прочитали, да, если вы вдруг не на этом регионе. А если вы на этом регионе, я думаю, вы и сами разберетесь. Потому что, ну, здесь все на русском, все максимально просто. Поэтому мы с вами переходим к следующему событию. Вот это вот событие, где вы можете именно обменять именно вот такие вот фейерверки на парашютик или на висюльку. То есть вот это четвертое у нас именно событие. Я, в принципе, его тоже не показывал, потому что, повторюсь, не было возможности. Для того, чтобы забрать вот эти фейерверки, вам нужно выполнять миссии, они тут выдаются. И взамен потом вы можете забрать себе награды. Ну и плюс к этому ждем уже, получается, 1 февраля, потому что 1 февраля добавят еще одно событие, и здесь, как видите, будет какой-то пэк, то есть здесь можно будет именно купить именно какой-то пакет, или с определенной скидкой, или с возвратом средств, возможно, как это у нас именно чаще всего делается, но там называется он Growing Pack, а здесь именно, как видите, New Year Tiger Pack, то есть новогодний именно тигровый пакет. В общем, посмотрим, осталось пару дней. Поэтому, ребят, если вдруг не подписаны, подписывайтесь, и тогда вы будете в курсе всех вот этих новостей. Ну и плюс к этому, снова же напомню, именно на этом регионе, ребят, у нас будет премиум кейс новый, да, через 13 дней всего лишь. И именно из этого премиум кейса вы сможете забрать себе, ну, выбить, да, не забрать, а выбить именно скинец на эмочку, который вы видели именно во вчерашнем видосе. В общем, вот такая вот информация, вот такие вот события. Если вам это интересно, это, повторюсь, регион Сингапур. В принципе, давайте вот откроем и посмотрим. Вот, вы видите сами, да? У нас идет
регион Сингапур. Не знаю, почему сервер изменен. Ну, окей, это уже решение владельца аккаунта, да. Но сервер я вам не рекомендую трогать, потому что будет другой пинг. А вот регион свободно. Но, напоминаю, ребят, если вы вдруг не в курсе, что если вы вдруг впервые поменяли, там вам потом придется месяц ждать, чтобы вернуться обратно на свой регион. А если вы уже ранее меняли, то там и 180 дней может быть. Поэтому лучше давайте, я предупредил вас, да, а дальше уже вы сами решайте. Ну и на этом, в принципе, все. Но в конце видоса хотел бы вам немножко пожаловаться, ребят. Как вы знаете, ну, кто подписан на меня в Телеграме и в Инсте, знает, да, что вчера убрали отсюда вот эту вот рулеточку с паучком. И у меня на данный момент, чтобы вы понимали, есть 970 монеток. Вот таких вот 970 монеток. И многие спрашивают, откуда забрать монетки. Ребят, это я крутил рулетку с паучком, и я не успел забрать костюмчик, потому что он должен был быть доступен до 17 февраля. Я думал, каждый день по 10 цешек покурчу, открою, заберу себе монетки и обменяю. Но, к сожалению, не повезло. И многие мне рекомендуют поменять на вот эти вот монетки от калаша, чтобы забрать себе материалов. Да? Получается, я смогу себе забрать 6 материалов. Но у меня другая мысль, если вы помните, те, кто подписан на меня, знают, да, что мне вот из этой рулетки, ну, прям очень сильно нравится именно вот этот вот костюмчик, вот этот вот костюмчик, ребят, мне прям очень сильно нравится. Я вот думаю, или купить этот костюм, или 6 материалов. Напишите свое мнение в комментах, как вы думаете, что бы вы посоветовали, взять себе материальчики для прокачки или тот самый костюмчик зимний, да, потому что, ну, он мега крутой, мне он очень сильно понравился, вроде бы здесь тоже есть. Ну-ка, стойте, сейчас, секунду. Да, вот он, вот этот вот костюмчик. Вот этот костюмчик мне очень понравился. Я вот думаю, или взять этот костюм, или 6 материалов. Напишите вы в комментах, ребят, как лучше. На этом, в принципе, я с вами прощаюсь. Всем говорю огромное спасибо за просмотр. Спасибо за лайк, за подписку. Если не подписан, подпишись. Не забывайте участвовать в розыгрыше, ребят. Результаты уже в следующем месяце. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Dream. Всем топ-1.